Вы меня сейчас прибьете. Я вот это возьму сначала. Диверсант. Думал, когда ж ты это выберешь? Да ладно, ты думал? И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, Лара Крофт, Rise of Tomb Raider, Восстание или Восхождение, Расхитительница гробниц, в зависимости от того, в каком контексте вы используете слово Rise. Ну а мы с вами продолжаем, и давайте искать последнюю мишень, после чего отправляемся с вами в верхнюю деревню. Оттуда отправимся к нашему товарищу Торгуличу местному. Не резидентовскому, но все же Торгуличу. Спасибо. Она сказала, там распродажа. Только распродажа чего, она не уточнила. Ну ладно. Это вопрос решабельный. Это все решается. Так, значит, они их обычно подвешивают где-то на высоте, либо в мертвых кустах, либо в каких-то деревнях, там вот этих вот гибетнях. То есть, в общем, будем сейчас все это дело высматривать. Давайте. Высматривать. Находим эту последнюю... О, что-то было. А, это просто прыжок. Ясно. Где бы... И вот куда бы я повесил мишень бы сам? Честно говоря, куда угодно. Мест таких полно здесь. Вот. Серьезно, полно. Вот одну мишень мы с вами... А, нет, канатка. Одну мишень мы нашли с вами в прошлый раз вот здесь. Она была вот в этой башне. Вторая... Скорее всего, будет в похожем месте, мне почему-то кажется. В людей не целится. Эх, Лара, вот... Не пойдите неправильно. Я понимаю, что есть, а что нет. Но Лара же не может постоянно стрелять, скажем, вот в тяжелых ситуациях так, и не попасть, скажем, по своим. Ну, не бывает такого. Вот кто-нибудь уклонился и попал в другого. Не достаю. Тетерев хороший был. Я бы забрал бы, сделал парочку по себе бы. Ну, то, что у нас, кстати, здесь медведь воскрешается, это меня, кстати, удивило очень. Это меня реально удивило. Так, вот здесь есть у нас одно местечко. Попробуем там сейчас с вами посмотреть. Может, что найдем. Так, может, что-то найдем. Плюс здесь у нас человек живет. Может, у него задание для нас есть какое-нибудь, не знаю. Специфическое. Ну, всякое же может быть. О, здрасте. Я вас не забирал, что ли, ни разу? Вижу белочку. Избушка. Могильные надгробия. А вот здесь, в теории, должна была бы быть мишень. Но я ее тут не вижу. Если только, конечно... А подождите. А зачем делать здесь тогда вот такую вышку? В чем ее цель? Давайте-ка залезем, посмотрим. Мне почему-то кажется, что она здесь не... Ну да, мы приносили сюда ресурс, да, они потом ее строили, да, они ее восстанавливали. Но вопрос, для
какой цели? Наверное, для цели, чтобы мне было лучше. Что? Правильно, видна мишень. Ну не в озеро же мне прыгать. В конце-то концов. Это же глупо было бы. Хотя тут можно, кстати, вот по этим попрыгать. Кстати говоря. А ведь реально. Ну-ка, здесь есть что-нибудь? Да, здесь, конечно, темно, и мишень навряд ли увидишь. Но что если... Вот я вот здесь, вот на этом полуостровке еще ни разу не был. Что если отсюда мишень реально видна? Ну, типа, висит она где-то здесь сейчас. Она ждет нас. Последняя мишень. Исполнение испытания. Куда бы я ее засунул бы, вот по-вашему бы? Место большое, крупное. Но... Все здесь добытое у нас. У нас, смотрите, осталась только вот последняя мишень. Вот она. Испытание. В яблочко попадите. Цель по стрелам. Задание испытания. Метание тыкв. Прыжки с большой высоты. Это мы сделать можем. Я знаю уже три точки, где можно сделать прыжки. Я только не удивлен, что здесь. Ну ладно. То есть, вот здесь у нас с вами... Подождите, а сколько здесь всего испытаний? Чисто, чтобы понять. Фрески, еще одна, тайники с монетами. Где-то еще один здесь зарыт. Ну, в верхнем, подождите, а... Тут пять испытаний? Подождите, то есть это и есть испытания? Слушайте, а у нас прямо сегодня прямо день испытаний какой-то получается. В яблочко закрыть надо. Прыжки с большой высоты. Слушай, я знаю, чем сегодня будем заниматься. Будем заниматься испытаниями. Да, я говорил, но... Слушай, я даже не думал, что здесь настолько все прямо экзотично. С другой стороны, это хорошо. Мы с вами узнаем все это... О, стоп. Что здесь? Ну-ка. Типа посидеть. Ну ладно, посидела. Лара, вставай. Я все понимаю. Одно дело посидеть. Так, вот здесь большая высота. Сейчас прыгнем здесь, нормально будет. То есть это будет открытие первое. Но я прыгал с большой высоты. Еще вот там у водопадов. Но это, видимо, не засчиталось. Вот оно. Или, может быть, я что-то не так делаю? Не уверен на 100%. Тут есть испытание, прыжок с высоты. Я прыгаю, прыжок не считается почему-то. Может, это он и не есть? Ну, как-то странно, конечно. Миссис Абигейл, или как там вас? А, ее нету здесь. В общем, здесь полно испытаний, которые я еще не делал. Подождите, а какие еще испытания здесь есть? Задание испытаний. В яблочко. Метание тыкв.
Сделаны выстрелы 5-0 из 5 по тыквам. И прыжки с большой высоты. Значит, яблочко, прыжки с большой высоты и метание тыкв. Необычное, конечно, задание. Не спорю. Вообще странное, странное явление. Но... Прям заметьте, мы прошли на 88%. То есть... Или это зона считается пройденной на такое количество? Или эта зона чисто только так считается пройденной? На такое количество всего остального. Потому что зайчиков-то мы всех полутали. Зайцев всех собрали. О, стоп, там что-то есть. Я все время до сих пор нажимаю не на ту кнопку. Ой, когда я научусь? Ну, допустим. Ну, вот есть прыжки с высоты, да? Есть здесь место, где можно прыгнуть с высоты спокойно, не прибегая к каким-то там вот ухищрениям. Так, этого пока не надо. Ядовитый делаем. Ну, нет тут места такого, чтобы у нас, кстати... Дайте сразу кое-что сделаю. У меня просто часы с таймером. Я предпочитаю это очень удобно. Если вы хотите записывать по ограничению по времени. Но даже если мы сейчас ничего не найдем, зато хотя бы повеселимся. Но я уверен, что мы с вами сейчас что-нибудь найдем. Здесь есть испытания, прыжки с высоты. Я не знаю, как они делаются, но... Почему бы нет? Мне кажется, это было бы здорово. Медведи мы прибили. То есть проблем с этим вопросом у нас больше нет. У нас остался только с вами прыжок с высоты. Надо понять, что за прыжок. И еще тут тыквы. Какие тыквы? С чем они связаны? Не совсем понимаю, не совсем разбираюсь. Ну ладно. Сейчас найдем. Нам нужны тыквы, да? Куриный из... Мало патронов к советским винтовкам. Ведь гораздо больше было. С десяток ящиков вымокло во время прошлых дождей. Одну из пещер затопило, когда река сменила русло. Вот прогоним захватчиков. И добудем еще. Не добудете, нет уже советских патронов-то. Приветствую. Приветствую. Честно говоря, сначала не верилось, что от тебя будет толк. Теперь знаю, на что ты способна. Ну, спасибо. Толку от Лары Крофт нету. Ну да. Пошла Лара по одному месту. Подождите. У меня просто такое странное ощущение возникает. Так, а ты что, не сгорелась у нас? Она не горит. Потухла, что ли? Так, это лагерь нам пока не нужен. Да, у меня немножко проседает. Вижу. Знаю, ребят. Нам нужно найти тыкву какие-то еще. Тыквы! А. По вам, что ли, не стрелять? Я нашел тыквы. Так, что у нас за задание с тыквами? Мне просто... Вообще не погибаю. Метание тыкв. Сделаны выстрелы 0 из 5. Подождите. Метание мне тыквами метаться, что ли? Да вы как себе представляете, народ? Подождите, может быть, стрельба?
Я просто реально не понимаю. Подождите, что за метание тыкв? Я тыквы вижу. Но Лара их не берет. То есть я сейчас всеми кнопками, правдами, неправдами, но она не берет ни одну. То есть, получается, не все испытания здесь еще и выполнимы, что ли? Нет, ну я вот вижу тыквы. Нет, ну слушай, это обидно, конечно, если испытание невыполнимо. Надо об этом потом почитать в гайде. Правда, я, знаете, чего боюсь? Мы пройдем с вами игру. А пройдем не полностью. Я хочу здесь все закрыть. Ладно, здесь есть одно место, которое мы точно можем с вами сейчас сделать. Это прыжок с большой высоты. Есть здесь одно место, с которым у меня проблем нету вообще. То есть я точно понимаю, что это место есть. Если оно не сработает... то значит, оно не работает в принципе. И значит, к нам претензий нет. Сейчас проверим. Давайте. Вот здесь. Прыжок с большой высоты. Вот он у нас. Чё-то не сработал прыжок. Не находите ли? Или это еще такая маленькая высота была? В общем, походу не работает испытание. Надо будет разобраться с ним потом. Единственное, что работает, это мишени. Но их надо еще выследить. Я не знаю, где последняя мишень. Технически у нас остались еще с вами не открытые пара территорий, пара мест. Давайте, наверное, ими и займемся. Сейчас мы с вами подойдем поверху. Так. Сейчас дойдем сначала с вами до костра. Нам мне нужен костерок. Хороший такой тепленький костерочек. Я, может, где-то здесь мишень? Тут было их много, кстати, на квадратный метр. То есть, получается, здесь еще была просто мишень в деревне. Может быть, и где-то здесь реально одна еще где-то прячется. Просто я ее не наблюдал все это время. А что? Одна была, извините, в этой башне. Другая, может, где-то здесь еще находится. Просто я ее не вижу. Так, привет. Привет, рассказывай, где здесь мишень? Видел тебя в бою, когда они впервые заняли верхнюю деревню. Повезло, что ты за нас. Видела тотема рядом с пещерами. Mm-hmm. Будь осторожна в таких местах. Почему? Красные не раскрыли секрет долины, но Орден Троицы точно знает, что ищет. Из-за этого он еще опаснее. Понятно. Слышу звон, не знаю, где он. И все же... здесь реально очень красиво. Ну, посмотрите, ну какая красота. Я вот делаю, знаете, сколько принтскринов на квадратный сантиметр? Вы не представляете, сколько. Придется перестроить половину верхней деревни, когда захватчики уйдут. Нам ни за что не запасти достаточно дробных... Мне кажется, она может здесь проплыть. И все же, что мне с этими тыквами делать? Тыквы есть, сделать нечего, я не знаю. Ладно, разберемся в следующем эпизоде. Так, к следующему эпизоду я разберусь с этим вопросом. У нас сколько там? Пока что 4-й эпизод записывается. Наверное, с 5-м я, наверное, запишу как-то отдельно. Я пока, наверное, эпизоды распределю так вот. День через день будут, наверное, выходить. Чтобы просто Лара еще просмотр имела хорошие. Потому что я смотрю, что-то она просмотра особо не имеет. Так... Кура. А может мне, кстати,
Может, я кур по ним кидать? Вот чисто технически, любопытно. Ну вот, к примеру, вот тыква. Нет, не. Кто-нибудь видел, как женщина расстреливает из всех возможных видов боеприпасов тыквы? Я не видел, и вы тоже. Но мы это сейчас узнали, что это возможно. Так, ой, что-то не упало. Упало. Надо было поднять. Значит, потом бы голова у меня была забита этим вопросом, когда я это подниму. Так. Ну, получается, у нас осталась одна мишень, которую я вообще увидел чисто случайно мельком. Большинство мишеней, смотрите, большинство здешних мишеней сконцентрированы были вот в этом районе. Вот этот район, это вотчина мишеней. Все. Мы сейчас, знаете, как с вами поступим? Мы сейчас отправимся вот в эту деревню, во-первых, через телепорт, разумеется. Заберем монетки. Заберем вот это место. Возможно, там будет еще какой-то... Возможно, там мишень, которую я просто не наблюдал из-за того, что я тут сражался. Давайте так сделаем, да. После этого мы отправимся на советскую базу. Дособираем остатки вот этих вот пещер, подкрываем там все. У нас же теперь есть способ открывать все это дело, так ведь? Воспользуемся старым добрым способом. Отправимся, пособираем. И потом отправимся... О! Можем что-то улучшить. А, это для автоматических. Вот это мощь хорошая. Ладно, но вот это тоже может там что-то улучшить. Что там можно улучшить? Модифицированный сбрасыватель. Беру. Даже не спрашиваю. Это удобная штука, пусть идет. Что ж, давайте отправляемся. Сейчас мы с вами... в деревню. Вот это давайте быстрый переход сюда. И забираем оставшиеся монеты. Потом идем на советскую базу, смотрим, что там у нас осталось неоткрытым. Открываем все и идем к торгуличу. Будем шопинговать. Итак, вы этого не знаете, но тут был один момент, который я вырезал прямо вот сейчас. Прямо удалил целый кусок. Потому что... Потому. Да, потому что не было какого парохода нигде. Вот и все. Посмотрите на нее, как она аппетитно кушает. Я так ее сфоткаю. Она так аппетитно кушает. Киса, пуси-пуси-пуси. Усечка, пусечка даже, да? Кстати, и мне кажется, что здесь тоже должна быть мишень. Может быть, они сюда кто-то ее повесили, как вариант. Я просто, знаете, я телепортировался немножко в другому лагерю, но там оказался проход закрыт. Я там все осмотрел, только ткань нашел и больше ничего. То есть, по сути, ничего полезного и не оказалось. Так, здесь у нас есть что полезного? Полезно ничего не казалось. Давайте сразу сейчас прокачаем Лару тогда. Мы с вами очки навыков получили хорошие. Давай. Что возьмем? Адреналин. Вещь неплохая, но... Стальные нервы. Извините, практически все прокачали, всю ветку. Эксперт-подрывник. Зажигательные бомбы. Быстрое изготовление. Ускорять изготовление испытательного метательного оружия. Мастер... Ну, я не хочу делать трупы ловушек. Я не вижу в этом смысла. Заток дробовиков.
А, то есть, когда будет игрок, я подхожу с дробашом, бью, и тогда будет то, как у нас на Яматай. Ну, это, конечно, может быть эффектно, но это фигня. Большинство... Повышенное время плавного прицеления из лука. Вот это, конечно, интересная штука. Но вот про добивание. Убийца-эксперт. Санитар. Толку ноль. Это беру. Меня очень часто... Я когда бесшумно топил их... Меня расстреливали моментально в этот момент. Вот это берем. Это будет очень полезный навык. Ладно, идемте в деревню. Забираем наше добро. Скажите. Не то нажимаем. Так. Забираем наше добро. Отслеживаем наше добро. Так, включить и отслеживание. Все. Это пошло. Вот оно. Это он зацепится. Лара Крофт, что поделаешь. Я хочу пройтись по лагерю. Почему меня к лагерю не допускают, я не могу понять. Нет, мы, конечно, прокачали здесь. Сейчас получили много чего вкусненького. А у меня кисель в бутылке заканчивается. Мой кисель наварил, просто там бутылка. Горячий, кстати, до сих пор. Но как мне спуститься? Буквально все дороги закрыли. Попробую вот так вот пройтись. Может, что из этого выйдет, не знаю. Вот так, постараюсь сейчас опуститься аккуратненько. Глядишь, что-нибудь из этого да выйдет. Вот. Аккуратненько, спокойненько. Как шумит, конечно, это радио гребаное их. Не поймешь, что с ним происходит, с этим радио. Мне почему-то кажется, что в верхней деревне тоже есть мишень. Я не знаю, почему у меня такое ощущение, но оно есть. Оно прямо орёт. Тут мишень. Найди мишень. Я не знаю, почему. Может, мне это просто уже глюки пошли, галлюцинации. Ну, не знаю, что-то в этом духе. Ну, все же может быть, сами понимаете. Так, где-то вот здесь еще. Здрасте. Давай. Есть еще желающие? Так, меняем. Да какие гранаты? Да, следующий. Что вы здесь вообще забыли? Вас должны были отсюда выгнать уже давным-давно. Вас должны были отсюда уже давным-давно выгнать всех. Яков, ты чем занимаешься? Почему я должен за тебя делать твою грязную работу? Вот серьезно. Дети, кстати. Ага, вон там они. Почему я должен делать за Якову всю его грязную работу? Кстати, опять же 25 монет, спасибо. То есть реально, могут делать нормальные тайники, когда хотят. Могут, когда могут. Могут, когда есть желание. Была бы еще здесь мишень нормальная, я бы вообще бы лил и пел бы.
Но тут мишени я не наблюдаю. Здесь мишени нету. А должна быть. Почему ее нету? Ну, я, наверное, посмотрю потом. Я знаете, как сделаю? Я посмотрю гайды. Все, что мы можем сейчас с вами достать, мы сейчас достанем точно. Вот это я включаю, идемте туда. Там наверняка вот эти вот ограждения должны были уже снять. Заберем вот этот сухпаек. И отправимся. О. А что мне там по стрелам? Как мало. Вот, все, теперь открыто, видите? Вот какими тыквами. Вы про это, да? И во что мне бить? Они про эти, что ли, тыквы говорили? Подождите. Или про какие, я не понимаю. Ну-ка, задание испытания. Метание тыкв. Сделаны вы... Есть у меня одна идейка. Я не уверен на 100%, что это она, но... Так... Я не уверен на 100%, что это именно... Что это именно эта тыква. Но что если... Но что если мне нужно в них попадать? Или мне нужно по ним попадать? Я просто не понимаю. Так, ладно. Мы нашли место метания тыкв. Хорошо. То есть, смотрите. Я знаю, где находится испытание, связанное с прыжками, но я не знаю, как оно выполняется. Я знаю, где находится тыквы, но я не знаю, как оно выполняется. Я знаю, где ареал нахождения последней мишени, но я не знаю, где она находится. То есть, смотрите, у нас с вами есть три задания, которые я не могу сделать. Это большая высота, 4 точки. Это метание тыкв, в котором вот мы сейчас находимся, но я не знаю, что с ними делать. То есть сделаны выстрелы. Выстрелы в кого? Мне нужно просто бить их в воздухе или что? Я не знаю. Ох. Подождите, выстрелы. Может имеется в виду не обязательно... Может имеется в виду из пистолета? Чё ты поймешь, конечно. Ладно, я почитаю на эту тему, и потом мы в следующем эпизоде с вами это все сделаем. Пока что давайте сейчас тогда просто запомним, что здесь это есть. Может мне их из дробаша? Давайте попробуем с дробаша. Они же все равно восстанавливаются, я так думаю, да ведь? Они же все равно восстановятся. Я уверен, что если я в нее попаду, проблем не будет. Нет, не засчиталось. Я ее сбил, если что. Но не засчиталось. Но не засчиталось. Обидно, конечно.
Значит, имеется в виду, может быть, из лука? Ну, в ней стрелы нет, видимо, я промахнулся. Попал? А где она, кстати? Где тыква? Не вижу. А то вижу патрон для дробаша. А, это не дробаш. Ну ладно, тоже не вариант. Так, ладно, давайте тогда мы с вами найдем место безопасного перехода. Приятная, прекрасная, безопасная переходная. Она-то где-то здесь должна ведь быть у нас. Вот это я пока выброшу. Зачем оно мне здесь, я не знаю. Реально не знаю. Так. В общем. А, кстати, я сейчас вам покажу, что случилось-то. Я просто телепортировался в другое место. И вот тут мост разрушен. А ранее он был целый, насколько я помню. Насколько я помню. Видимо, они его уничтожили, чтобы беженцы не могли пройти. Ну, эти, кто убегал. Ладно, смотрите. Мы знаем, где находятся все три испытания. Но я не знаю, как их доделать. Точнее, я не знаю, как одну доделать и как два начать. Вообще. Я почитаю по этому тему. А сейчас мы с вами давайте отправимся... К Торгуличу. Тут у нас еще просто очень много зон, которые можно добыть. У нас есть еще территория с Бабой-Ягой. Я помню про территорию Бабы-Яги. Здесь мы сделаем в следующем эпизоде. Так что я думаю, это будет нормально. Сейчас, давайте пока мы сейчас сюда перенесемся. Закончим покупки. Надо смотреть, просто здесь у нас, смотрите, несгораемые ящики осталось. Аварийный тайник остался где-то. Аварийный тайник? А где здесь аварийный тайник еще один, может быть, я не понимаю. А, аварийный тайник здесь, ящик здесь, так, ладно. И, по-моему, тут еще фреска какая-то была. Аварийный тайник. А, нет, мы тут все с вами открыли. Вот это сейчас сделаем, да. Так, давайте тогда телепортируемся вот сюда. Быстро телепорт. И да-да-да-да, и заходим. Торгуля, торгуля, идешь ты, торгуля, идем мы к тебе, дорогой. Сначала, торгулич, заберем мы свою личь, домой. Так, давайте, мы сейчас сразу здесь пройдем. Давай, залезай. А! Ладно. Вот так вот. Так, где она? Ладно, неудивительно, что я ее не мог найти. Ой, вы посмотрите на долину. Она так красивая. Так, а теперь... Держись и не давай. Нам еще за покупками ходить. Так. Покупки. Ну, приветствую. Как жизнь? Есть что мне сказать? Ничего не можешь сказать. Правильно, ничего не можешь. Так, сколько у нас с вами для начала? 294. Костюм диверсант. Это, конечно, интересная вещь. Тактический дробовик 140. И армейская винтовка тоже 140. 140 плюс 140 это 280. Ну, в сути, нам, в принципе, хватает на все здесь. Тактический дробовик. Такое оружие используют полицейские в боях. Вы меня сейчас прибьете. Я вот это возьму сначала. Диверсант. Я думал, когда ж ты это выберешь? Да ладно, ты думал? Спасибо. Так, у нас осталось два варианта еще. Дробаш или армейская, винтовка. Тактическая скоростная винтовка спецвойск.
Ну, у нас есть как бы... Подожди, а какие у нас есть вообще оружие? Подожди, я сейчас вернусь. Мне просто нужно понять. Может, если у меня это все есть, может, зачем тогда мне покупать? Штурмовая винтовка есть. Золотой клык. Пистолет-пулемет. Помповый. Дробовик. Предвестник. Автоматический дробовик. А здесь все открыто. Но он будет быстро расходовать патроны. С другой стороны, сейчас против нас идут самые мощные твари, с которыми сражаться надо по-крупному. Ну, реально по-крупному. Ой, так, ладно. Давайте мы тогда сейчас, знаете, как с вами сделаем. Дробаши, они хороши, но у нас дробаш и так хороший. Коль уж у нас есть средства, и коль уж только здесь мы можем все покупать, я возьму армейскую винтовку. Спасибо. Я еще вернусь. Я не думай. Мы еще вернемся. Мы возьмем сейчас, смотрите. Вот она, армейская винтовка. Дульный тормоз я прокачаю, так и быть. Что она себе представляет? Да, я люблю с... В общем, это что-то среднее между снайперкой. Слушайте, я лично доволен. Не знаю, как все, но я доволен. Мы сейчас с вами, знаете, куда спустимся? Вниз. Вот сюда. Тут просто находится у нас пещерка, в которой находится старый советский ящик. Мы сейчас с вами спустимся туда, если никто не возражает. А-а-а! Лара! Почему ты не зацепилась? Ой, женщины. Что с них возьмешь? Помирать они любят. В объятиях мужской смерти. Так. Ну, хоть винтовка с нами сохранилась, на это тоже спасибо. Так, а тут и читали. Мы тут читали уже, я просто не помню. Читали. Хорошо. А теперь давай спускаться и без... И никаких вопросов. Так. О, какие люди появились. Я заметил врага. Никто не возражает, если я здесь постреляю. Нажмите. Там мистер Паралич. Ребят, это место реально проклято. Говорю вам. Давай, прыгай, Лара. До пещерки доберемся мы в любом случае. Меня, мне кажется... Привет, привет, привет!
Да, и теперь только я. Только я. У меня есть только ты, это только я. И мой дорогой подписчик, и все, и больше никого. И никто нам не страшен, и ничего. Только я. У одной судьбы есть только ты и я. Ну и кошечка, жрущая здесь все подряд, но это ничего не значит, есть только ты и я. Так, теперь идемте открывать пещерку. Откроем пещерку, заберем последнее добро. Она где-то вот здесь находится, насколько я помню. Она где-то вот здесь находится и закупорена она. Вот она. Сезам, откройся! Вот. О, это полноценный склеп. Давай. Так. Дробовик разблокирован. Вот. Ну тут как-то темновато, вы не находите? Реально, здесь как-то очень темновато. А, все. Темень прошла. Можем идти. Правда, я надеялся, что здесь будут монетки еще. Это было бы очень удобно. Мы бы купили бы... Нам сколько там не хватает последнего? Нам все еще 400 монет не... 40 монет не хватает. 36 монет не хватает на последнюю покупку. Это было бы очень удобно. Это реально было бы очень удобно. Давай, Лара, не смей тут. Парни, давайте вылезайте. Я знаю, что вы здесь живете, вы обитаете, вы тут любите... А, никого нет, что ли? Где-то грустит один вескер. Я ожидал, что здесь кто-то будет. Тут никого нет. Обидно. Я ожидал, что здесь будут нас ждать. А никто не ждет. Ладно, давайте последнюю откроем. Здесь находится последняя зона консервации. Она прямо вот здесь внизу, у основания. Туда спуститься вообще недолго. Кстати, а почему здесь такая музыка играет, если мы все равно ничего не теряем? Я вот не понимаю немножко. Ну ладно. Разберемся. А, то есть... Я могу гранатки вот так вот тоже делать, да? Ладно. Не-не-не-не, не падай, не падай. Это на всякий случай, это мало ли. О! Здрасте. Это что за пещерка такая? Глубокая. С цветами. Чё-то мне это не нравится. Рыбы возьму. А как это слишком глубокое, вы не находите? Такой щеп. А ну вылезайте! Так, ясно, что-то мне не нравилось все это время. В общем, здесь обитает всякая шваль. О. То есть я из этих озер могу технически брать все, что мне нужно? О. Но по сути это... А, ну тут еще руда есть. Не зря купил винтовку. Не жалею, что купил. Хорошая штука. Полезная. В хозяйстве пригодилось. Здесь еще наверху есть точка, по-моему, которую можно открывать с помощью железа, вот этих самых взрывчаток. Так, подождите. Ага, вот оно.
Так, давай, вылезаем отсюда. Доберемся до лагеря. Посмотрим, какой у нас там новый дробаш. Он просто недалеко лагерь, здесь как раз и вот буквально находится. В пару минут ходьбы. Базану, что за новый дробаш к нам выпал. Может, что прокачаем. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь лежит. Так, это дробашный отдел. Предвестник. Усовершенствованный автоматический дробовик, который возвещает приближение правосудия. Малый урон, скорость заряжания огромная. Боезапас побольше будет. Дробовик с переломным затвором, наверное, мне кажется, самый лучший такой вариант. Просто если сравнить с... Ну, наш вот этот помповый дробовик, он самый оптимальный. Если, кстати, брать вот из винтовок, то смотреть, пистолет-пулемет это вообще дерьмо. Штурмовая винтовка, ну, посильнее будет, кстати говоря. Ну, она будет очень низкая, но отдача будет слишком плохая. То есть у нас нормальная такая защита от отдачи, что мне нравится. То есть немножко жертвовать урон, я не вижу в этом ничего плохого. Боезапас тоже немножечко, скорость заряжания тоже немножко, но это ни о чем. Винтовка со скользящим затвором, уменьшенная отдача. Ну, то есть получается, та винтовка, что сейчас у нас в руках, у нее хорошая защита от отдачи. Тем самым я могу просто целиться и вообще ни о чем не думать. Что меня очень радует. Вот это, что у нас есть. Ну да. Давайте сейчас посмотрим с вами. Диверсант он называется. Мне просто интересно, что это за диверсант вообще такой. Потому что там было... Это явно что-то другое. Мы, по-моему, с вами смотрели в свое время. Охотница, пустельга, альфа-хищница, белладонна, бессмертный страж, диверсант. Ну-ка. Лара, выйди-ка, пожалуйста, я хочу посмотреть на тебя в этом наряде. Это что еще за Томб Райдер Рэмбович? Что кто-то есть? Ну давайте устроим Рэмбо здесь. Да, только ты и я. И автомат судьба. Она настоящая Рэмбо стала. Кстати, надо почитать характеристики. Я знаю, что каждый из этих вот костюмов дает определенные характеристики. Да, Ленин? Правильно. Но я, конечно, поставлю ей сейчас географа. Я географа ей поставлю по одной простой причине. Мне очень неудобно в таком костюме. Эффект снижает задержку перед восстановлением здоровья после ранения. Ну, в общем, Рэмбо ходячий. Отважный географ увеличивает радиус разрывных стрел. Повышенный урон в ближнем бою. А отважка у нас что дает? Как она вообще выглядит, кстати, первооткрывательница? Она, знаете, она как Амелия Эрхарт выглядит. Кстати, она реально похожа на Амелия Эрхарт здесь. Но я поставлю все-таки географ. Ну, географ ей лучше идет. Он, знаете, такой нормальный. Подождите. Отважный географ просто. А, это арктический костюм. Извиняюсь, у меня просто скачало название. Вот это мне больше нравится. Ей он реально идет. Ну, зачем ты все остальные костюмы? Это, ну, вообще ни о чем. Да, они даются, но я не вижу в них смысла.
Так, ну это на дробаш, это мне не надо. А вот здесь мы можем что-то прокачать. Тут у нас что? Так, тут у нас копится стоимость. Нам нужна еще одна деталька. Я не буду пока ничего прокачивать, потому что урон мне нужен больше от этой винтовки. Да, я люблю винтовку с козырящим затвором. Она прекрасна сама по себе, я не спорю. Но... Да, а... Нет, винтовка с... Кстати, а что там нужно на винтовочку со скользящим затвором тоже нам? А, все это надо так. Винтовку оставляю. Винтовку оставляю. Почему? Да, она там перезаряжается, да, потом выстрел. Но, во-первых, какая мощь, во-вторых, какая аутентичность. Берем, берем, оставляем эту. Что ж, ребят, ну а с вами был Вескер, Umbrella Tech Inc. Всем до скорой встречи. Всем пока. Увидимся очень скоро в Rise of Tomb Raider. Удачи!